И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы сыграем с вами в игру Pet Simulator 99. Она не была на моем канале еще снята ни разу. Поэтому я решил ее снять, наверное, впервые. Не помню, может, я ее снимал год назад, но на данный момент видео насчет этой игры на канале нету. Что мы сегодня будем делать? Это сначала я открою все вот эти локации, которые я могу открыть. Потом я хочу пойти сходить в трейдинг плазу и пройти плазу обе вот здесь. Допустим, зачарование усиления. Кстати, эта штука полезная. Это полезная вещь. Enchant. Last person. Что это? Допустим, я хочу... типа ты обмениваешь на свои зачарования на вот эти штуки. А тут? Ага, тут ты усиляешь. Вот, допустим, я хочу усилить одну вот эту штуку. Это 900 зачарований, да? Угу. Если я подойду сюда и продам вот эти штуки. Наверное, это мало, но... продам. Сейчас подойду сюда. И... вот, теперь я могу улучшить. Так. Или мне лучше монеты тоже улучшить? Это мало дает. Надо, короче, что-нибудь продать, чтобы я мог спокойно купить себе улучшение. Давай его скорость продам. Критические. Не, вот это я продавать не хочу. Да, сильные продам. Вот эти клинки. А, нет, Вражен Хантера я не буду продавать. Вот это продам. Вот это продам. Не, это мне тоже нужно. Просто все на максимум выкручиваю. А, так я еще бриллианты трачу. Получается, я сейчас потратил 500... 500 тысяч бриллиантов потратил. Это что за пипец? Что стоит это бить? Ладно, допустим, я ушел. Ладно, уже поздно, значит, я уже улучшил. Тогда давайте продолжим открывать очки. А, я думаю, уже смогу зайти в дверь. Remember to open X at the shop. Так, какие я еще локации пропустил? Какие еще локации? Что, вот это такое? Что тут? Совмещать надо чарм для этого. Короче, какой-то штуки. Так. Давайте сходим тогда уже. Трейдинг по Азу. Так, как тут зайти? Вот, торговля. Заходим. Запускается. Не знаю, почему здесь такое, такая штука. У человека 1 миллион гемов. 1 миллион. Так, сразу же звук. Давайте на одну частичку потише. Чего? Какие-то кристаллы. О, за 500. Тоже. О, вот это можно обменивать. Ну что я могу купить за... 346 тысяч. Тут всего две
площадки. Так, а ну-ка. Используйте это, чтобы получить дополнительное место. Дополнительное место где? Если бы я знал, где это использовать, я бы, может быть, это и купил. Так. Ладно, давайте вот другую третью фазу. Чего? Это что такое было? Меня туда же запустило. Почему я сюда вниз не могу? Просто в первый мир поведем. В первом мире, может, там другая тренинг база. Ну, сейчас здесь должна быть другая тренинг база. Скорее всего. Не знаю, как это, конечно, яйцо, то есть не знаю, как люди это получают. То есть вот написано то, что 7x. Вот 7 яиц можно получить, только не знаю как. Вот тут я, наверное, не открывал. Или... Вот. Давайте крутанем колесо. А это что такое? Что эта штука дает? Взрывной. Питомцы имеют шанс, чтобы взорвать что-то. Ладно, допустим. Сейчас мы проверим, что они делают. Tap to activate. А, так он еще на время улучшается, а не навсегда. Еще взрывает. А ну-ка. Что-то не вижу разницы. Не, разницы пока что не вижу. Ладно, давайте тогда пойдем сразу в тренинг-плазу. Либо просто с утра нету много людей в трейдинг-плазе. Либо не знаю что. Вот запускается. Откуда у столько это, кристаллов у людей? То есть вон с 11 миллионов. То есть тут столько людей. Просто очень много людей. Но ни одной стойки. Одна стойка есть. А остальные стойки где? Ну-ка, может, давай я беру это.
поставлю все эти штуки. 202к. 134. 134. Так, поставим. Это что такое? Ты кто? Это из мема, наверное, из мема. Так, давай посмотрим, что тут. Ну я даже яйцо не купил бы, потому что... Ну как бы она... А, это... Я бы не купил эту штуку, даже бы, если она бы была за один гем, потому что... Потому что мне бы не повезло, и мне бы выпала фигня. Так, тут что? 5x. Есть шанс выпить какую-то фигню. $50. Ну, давайте куплю, почему бы и нет. И что с этим яйцом делать? Как я понимаю, это работает как обычное яйцо. Открыть. Ну фигня. Фигня выпала. Так, что у меня еще есть? О, кстати, сундук. Давайте я уберу все с продажи. Поставлю этот сундук. За сколько? 35к ставим на продажу. А теперь. А что теперь? Еще можно выставить. Вот это все можно выставить за 586, а хотя нет. Мне эти ключи еще нужны будут. Так, что можно продать тут? Сейчас. Чего? Да, вот так. Не знаю, что эта штука, конечно, дает. Вроде она гемы дает. Ну ладно. Такс. Ну вон, 20 за 20 один. А хотя давайте за 20 000 выставлю это ведро. Потому что мне это ведро не особо-то, кстати, и нужно. Так, ну эта штука мне нужна. Так, что еще можно здесь продать? Ну, допустим. Ну это, в принципе, реально все, что мне надо продать. Так. Ну давайте купим лишнее. О. Так. Монеты. А ну-ка. О, за 820 такую штуку продавать. Если я 200 куплю, тогда я смогу сделать фиг знает как много, но давайте куплю 100, наверное, и все скрапчу это все. То есть 100 делим на 5 это 50 книг, 50 делим на 5 это сколько получается? 50 на, 10. 10 на 5 это 2. И, короче, 2 книги вот такого разряда. То есть 2 книги вот такие. IX получится. 2 книги. Так, счастливые яйца за 200 люксника. Так себе. Что здесь еще есть? Супер тигр. Ну, не знаю, раньше они стоили по 10к, наверное. Сейчас их за миллионы выставляют вон. Так что это так себе цена на данный момент. Раньше цена повыше была. Ну, логично, потому что можно было скупить и перепродать.
Ладно, давайте пока что на этом все. Следующее видео выйдет тоже скоро. А на этом все. Всем пока.